сегодня мы с вами являемся свидетелями открытого кубка Харьковской области по казацкому двубою. Турнир получился очень массовый. Мне приятно, что собралось больше 22 спортивных клубов Харьковской области, не только города Харькова, но и городов Харьковской области, для того, чтобы попасть в сборную области и представить уже нашу Харьковскую область на Кубке Украины по казацкому двубою, который состоится 18 марта в городе Сумы. Сейчас практически по всей Украине проходят такие отборочные турниры. И я, как президент Украинской спортивной федерации, по возможности езжу по регионам и контролирую непосредственно проведение этих турниров, что позволяет нам действительно сделать хороший, полноценный отбор в сборную Украины. Благодаря нашей организации мы сегодня собрали 420 участников из 22 клубов нашей области и города. А мы проводим соревнования как среди новичков, а также среди уже спортсменов высокого уровня, которые уже выступали на чемпионатах мира, представляли нашу область. Надеюсь, для новичков это будет большим толчком к достижению целей своих. Вот. Желаем всем побед на сегодняшнем турнире. Сегодня я приняла участие в соревнованиях, заняла первое место. Я очень рада, мне нравится побеждать. Я буду стремиться всегда завоевывать первые места. Зараз казацький двобій почав розвиватися дуже сильно, не тільки на Україні, а вже і в Європі. І проводяться чемпіонати світу, приїжджають спортсмени з різних країн, тому що наших казаків свого часу доля розкидала по всьому світу, і цей дух живе, і він тягнеться всі на рідну батьківщину сюди. Сьогодні саме проводяться такі змагання, перші з області. От, і наша команда теж сьогодні приїхала, а також ми приїхали підтримати усіх учасників змагань нашим виступом з традиційною казацькою зброєю.